Следственный комитет мое заявление на рассмотрение доводов отправил в Центр по противодействию экстремизма. Немного позже я получила ответ от ЦП о том, что информация, изложенная в моем обращении, не нашла своего объективного подтверждения. Допускать того, что кто-то в информационном поле будет позволять себе публично говорить о том, что крымские татары предатели, что они были заслуженно депортированы со своей родины, что после окончания войны крымские татары хранили у себя дома оружие, чтобы применить его против мирного населения Крыма. Это ли не разжигание межнациональной розни?